За прошедший год Тамбовская область совершила рывок в развитии. Строительство социально значимых объектов – это важный этап. Также наш регион продолжает развиваться с экономической точки зрения. Но останавливаться на достигнутом не стоит, отмечает губернатор. Впереди у тамбовщины новые ступени и задачи, о наиболее важных из которых рассказал Александр Никитин. На прошлой неделе губернатор Тамбовской области Александр Никитин обратился к депутатам с ежегодным посланием. Руководитель области говорил о результатах работы за прошедший 2017 год. Также он обозначил приоритетные направления в развитии всего региона. Одной из главных задач перед муниципалитетами Александр Никитин ставит развитие медицины как в городе, так и на селе. Особое внимание в 2018 году будет уделяться качеству ремонта дорог, образованию, развитию культуры у населения. С итогами и планами на будущее ознакомились и представители нашего города. На собрании присутствовал председатель Совета народных депутатов Сергей Свистунов. О своих впечатлениях он поделился с нашей съемочной группой. Александр Валерьевич сказал, что сбережение самого главного достояния человеческого капитала, повышение качества жизни каждого жителя области лежит в основе дальнейшего развития Тамбовщины. Вы понимаете, какой упор делается на заботу о наших людях? Вот для меня, как народного избранника и депутата городского совета, это очень важно. И меня это мобилизирует на качество выполнения своей работы. И если вот честно сказать, мне приятно осознавать, что я являюсь членом команды нашего губернатора Александра Валерьевича Никитина. То есть вот такого послания, такого интересного содержания, это выступление Александра Валерьевича, оно шло просто вот на одном дыхании. И оно слушалось, оно было с примерами, оно было живое. Это очень дорого стоит и накладывает на нас определенный отпечаток и призывы к действию. Глава Тамбовской области особое внимание уделил выполнению майских указаний президента. Среди них повышение минимальной оплаты труда, улучшение уровня жизни населения, развитие медицины и другие приоритетные направления. Вместе с вами, вместе с жителями области, мы являемся той командой, которая способна решительно и ответственно шагнуть навстречу вызовам времени. У нас все получится. Наш запас творческой и созидательной энергии не иссякаем. Представленные результаты подтверждают эту уверенность. Трудно их оспорить. Как и тот лейтмотив нашей с вами совместной работы, сформулированный еще в 2015 году. Мы действительно все вместе с нашей родной и любимой областью можем больше. И это правда, потому что нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Спасибо за внимание. По словам Александра Никитина, для полноценного развития Тамбовской области необходима поддержка со стороны государственной власти, так и со стороны людей. Они должны понимать общие цели и, главное, быть довольны полученным результатом. Ольга Жукова при поддержке телекомпании «Новый век».